Осенью 41 года, когда враг рвался к Москве, линия фронта проходила всего в 25 километрах от города Пушкина. Вся жизнь района была подчинена нуждам фронта. Пушкинский район вошел в зону создания оборонительных рубежей на северных подступах к Москве, участие в которых приняло свыше 15 тысяч пушкинцев. Для ликвидации фашистских диверсантов в Пушкино был сформирован истребительный батальон. В зверосовхозе расположился штаб пушкинского партизанского отряда. В фашистском тылу сражались пушкинцы из легендарной отдельной мотострелковой бригады особого назначения, которая формировалась именно в Пушкинском районе.